команды «Вокруг стерео». Сегодня хотел бы вас познакомить с новой компанией. Называется она «Monos Audio». Выпускает кабельную продукцию и определенные также аксессуары. Давайте познакомимся как с их каталогом, так и с реальными сэмплами. У меня достаточно большое количество продукции этой компании, и я вам ее покажу. Вопрос прослушивания мы оставим на следующий раз, потому что это все надо внимательно изучить и так далее. А сейчас мы просто с вами посмотрим. Для начала я предлагаю посмотреть каталог компании. Ну, как видите, Monos Audio предлагает коннекторы XLR разных типов и не только. Ну, здесь вот у нас огромное количество сертификатов, профиль компании описан, но на китайском, друзья. И здесь уже как-то надо пробовать переводить. Вот представлены коннекторы типа банан. Monos Audio B801 Series 99,98% Pure Copper, то есть это 4N медь, чистая медь, 10 АВГ, 4 слоя покрытия, Oxygen Free Copper. Во-первых, медь, во-вторых, есть покрытие серебром. Здесь видите, есть 4 вида покрытия. То есть это не значит, что один разъем покрыт 4 раза. Но есть у нас чисто медные, есть у нас покрытые сверху серебром, есть у нас покрытые палладием и есть покрытые 24-каратным золотом. Вот 4 вида покрытия, которые применяет Monos Audio в модели B801 Series. Я так думаю, стоимость, скорее всего, тоже различается именно по этой причине. Дальше у нас идет серия Monos Audio R200 Series. А здесь также 4N OFC медь, 99,998% красная. Здесь только добавлено, если обычная Pure Copper, то есть чистейшая медь, да, то здесь у нас Red Pure Copper, красная чистая медь, да. Стекло добавлено, глаз филлер, да, какое-то стеклянное покрытие. Метод подключения пайка коннектора, ну то есть под пайку. Вообще я всегда предпочитаю коннекторы под пайку, потому что которые под зажим, ну не всегда, да, их можно хорошо закрепить, а вот под пайку всегда здорово получается. И здесь вот как раз разъемы под пайку. R200 эта серия называется. Тоже 4 вида покрытий. Также есть чисто медные, есть покрытие серебром, есть покрытие палладием и есть 24-каратным золотом. Либо еще здесь добавлена возможность покрытия родием. То есть интересно. Компания себя позиционирует как производитель именно качественных изделий для хай-фай и хай-энд рынка. Ну, этим она, в общем-то, и интересна. Они продвигают свой бренд, чтобы он был узнаваем. Дальше мы видим лопатки, это серия S900, тоже 4N Pure Copper, тоже 4 вида покрытия, даже 5 на самом деле. Потому что, опять же, либо золотом 4-каратным, либо родевое покрытие, либо это палладий, либо это серебро, либо чисто медный, да? Дальше идет у нас серия разъемов XMF 700 Series от Monos Audio. Это, опять же, 4N Pure Copper, метод подключения пайка этих коннекторов и также 4-5 видов покрытий. Ну, здесь вот 4-й вид покрытия. Почему я так говорю? Потому что вот сами посмотрите. 4-й вид 24-каратное золото, либо роди, да? Покрыто родием. Дальше у нас идет серия B80. И у нас здесь опять же 4N медь. 4-5 видов покрытий.
от B80. Интересно, чем отличается от B801? Ну, наверное, ценой или, может, видом, не знаю. Monos Audio S401. Такие вот красивые, интересные разъемы. Также 4N Pure Copper. У нас также здесь 4 или 5 видов покрытий. Тефлон. И подключение пайкой. Это вот как раз для любителей, радиолюбителей, которые сами любят паять. Да, опять же, розетки от Monos Audio DP2 Series. Ну, видно, что качественно сделано. 4N медь. 4 или 5 видов покрытия. Опять же, либо медный, либо покрыт серебром, либо палладием, либо 24-каратным золотом, либо родием. Дальше у нас идут Monos Audio EMF 100 серия 100. И здесь вот у нас вилки от Monos Audio. То же самое. 99,98% Pure Copper. Чистая медь. Корпус из нейлона и стекловолокна, fiberglass, вот написано fiberglass, это стекловолокно, да? И, соответственно, также 4 вида покрытий, но на самом деле, опять же, через слэш роди и золото указано. Дальше у нас серия EMF 101, ну, аналогично, только я вот гляжу. Ну, в принципе, все аналогично описано. Также много видов покрытий у нас есть. Дальше идет у нас EMF 102 другого вида, вилки разъема 103. По содержанию я пока не вижу разницы, примерно одинаково. Вот здесь вот единственное добавлено, что вот эти вилки пошли 103 и 104. У них корпус из Германии. Корпус сделан в Германии. Дальше у нас 105 серия, также корпус из Германии. Я так понимаю, это вот в основном отличается внешним видом, потому что по описанию вроде бы очень все схоже. И здесь вот уже алюминиевый корпус. Ну, уже, я так понимаю, производство китайское целиком идет. 107 серия, 109 серия. Зажимы. Тоже везде, везде у всех по 4 вида зажимов. Ой, зажимов, это покрытий. Опять же. Так, так, так. И у нас дальше идет 184 виды зажимов. Да, высококлассные. 186 модель. 150-е. Ну, 150-е, я, честно говоря, не знаю, это для как. Это какие-то такие странные виды. Таких даже не знаю. Розетка. IBC-70 модель разъема. Усилитель. Monos Audio 202XR. Это у нас XLR-ки или не XLR-ки. Видите, такие виды разъемов. UFC медь, покрытая серебром. Здесь у нас UFC медь, покрытая серебром. И 901 Monos Audio. Это у нас UFC медь, покрытая серебром. Да, тоже 4N. Все то же самое. Вот вилочки под японскую технику. Называется P902. UFC медь, покрытая серебром. И здесь вот также UFC медь, покрытая серебром, либо не покрытая и так далее. Ну, по цвету легко понять. RT серия. Это, я так понимаю, клампы. 300-граммовые классические клампы. А здесь вот RT6532 серия. Это у нас кламп алюминиевый 320-граммовый. Уже вот с уровнем по горизонтали он находится. Так, ребята, и вот у нас она завершилась, и теперь давайте посмотрим саму продукцию. Давайте вместе посмотрим, что предлагает компания Monos Audio из Китая.
Здесь у нас брендованный пакетик, на нем надпись Monos Audio находится. И здесь у нас опять же в пластиковом пакетике находится кабель. Давайте посмотрим, что это у нас. 202X7R, покрытая серебром OFC медь. 1 квадратный миллиметр сечения. Ну, для XLR довольно-таки серьезное заявление такое. Так вот выглядит. То есть покрыто явно, ну, вот написано Silver Plated, да, покрыто серебром. Ну, будем слушать. Посмотрим. Следующая вещь это Monos Audio. Это... Не знаю, даже что там, давайте поглядим. Тоже пакетик у нас. Вау, вообще кайф, ребята. Вы не поверите, что это такое? Да-да-да, RG45. RG45, аудиофильный RG45. То есть это для сетевых стримеров, для сетевых проигрывателей. На самом деле, ну, ребята... Как бы замечательно, да, чистейшая медь. Так что у нас здесь написано бренд Monos Audio. Вау, это такого, наверное, не видели. В общем, UTP категории 8. Такая вот некая аудиофильская категория 8. Не, ну прикольно. Испытать, я думаю, мой роутер никогда так чисто не будет передавать данные как с этим кабелем. И вот последний у нас мешочек в данной коробочке. Это у нас Monos Audio модель Формула. A2B OFC Silver Plate. Это медь OFC Oxygen Free Copper. Покрытая серебром 1,6 сечения. 1,2 метра. Так, я так предполагаю, что это RCI-ки. А, нет, ничего себе, ребята. Это вот такой вот... Это у нас USB 1,2 метра. Прикольно, прикольно. В общем, надо попробовать. Как он звучит. У меня есть разные USB-шки. Это вот от Monos Audio, интересно. Так, и давайте посмотрим, что в другой коробочке у нас. Тоже такой вот пакетик у нас, черное на черном Monos Audio. Типа ватка, это что-то такое. Опять же, в таких вот пакетиках также. И это у нас бренд Monos Audio, модель P903, версия E100. OFC Copper, чисто медная, 2,5 мм сечения, 1,8 метра, ой, 2 метра. О, ребята, вот это я люблю, потому что сетевой кабель вот двухметровый, это как бы пока получается, что лучше, чем метровый. Да, подороже, но лучше, за счет того, что он выступает фильтром, улучшающим звук, улучшающим динамику, широту. Всплесков звуковых и прочие моменты трехмерной сцены улучшает. Здесь вот у нас Monos Audio. Смотрите, такие вот штучки тут одеты. Очень прикольно. Ну, чисто медь, да? Чистая медь. Ну, тут и написано. Так, OFC Copper, чистая медь. Поэтому нет никакого покрытия. Вот, ребята... Хотите? Не из бронзы, не из не поймешь чего. Вот чистая медь. Вот красная чистая медь. Красота. Ну, оценю, конечно, у меня есть к чему его подключить. К тому, к моему крелу я попробую, конечно же. Посмотрим. Следующий кабель. Последний, да, у нас это... Вау. Это у нас 201 модель Monos Audio, и это у нас RCI-ки. Многие любят RCI-ки. У кого нет XLR-ов, да? Кто любит, у кого есть XLR, любят XLR. А RCI-ки, несимметричное подключение, любят люди с RCI-ками.
Ну, ребята, мы уже с вами посмотрели каталог, да, все понятно. Ну, круто. Так, что здесь? Чистейшая медь. OFC Pure Copper. Мы уже посмотрели, что это 4N. 1.5 метра. Ну, прикольно, конечно. Не, метра бы хватило. Сделано в Китае. Пара. Ну, больше никаких данных нет. Подробнее только в каталоге. Но здесь, смотрите, они такого сияющего цвета. Поэтому это, скорее всего, либо серебро, либо, может быть, роди, не знаю. Серебро или роди, что-то такое. Ну, тоже интересно, как бы. В общем, ребята, вот компания Monos Audio предлагает такие вот качественные решения, интересные для любителей высококлассного аудио. По ценам я пока не знаю, что это. Вы можете зайти на AliExpress, посмотреть, сколько какие модели стоят. И что касается их звуковых достоинств, ребята, ну следите в следующих видео обязательно. Я послушаю, вам все расскажу. Самые лучшие модели, самые вкусные, самые прекрасные я, конечно, отмечу. Но даже без этого, просто, ну, например, модели коннекторов из чистой меди, покрытые там платиной или серебром, или родием, да, но уже заслуживают внимания. Вместо какого-то там что-то бронзы, там, ну что у нас там в магазинах, всякая лабуда. Вот, поэтому уже интересно. Конечно, это не будет стоить там 3 копейки, потому что классные вещи, они, ну, не могут быть дешевые совсем уж. Вот. И компания, конечно, стремится заявить о себе. Сейчас у нее такой период, когда она прикладывает все усилия, чтобы показать, что они классные. Друзья, это определим прослушиванием. Какие-то вещи, если они будут достойны, я в ближайшее время вам покажу. Ну и мы расширим ассортимент продукции, которую стоит купить и так далее. В общем, друзья, на этом видео завершаю. Было интересно, поддерживать канал, нажимайте кнопочку. Спасибо, всем пока и до новых встреч, до новых интересных аудиооткрытий.